Всем привет, вы на канале Эксперимент GED. Сегодня мы зальем 200-литровую бочку водой и заморозим ее. Потом в этой глыбе льда будем испытывать топ петард. Начнем нашу бочку заливать водой. Для этого мы в водоеме сделали прорубь. Кстати, тоже она была сделана с помощью петард. Как мы ее делали, ссылочка будет в описании. Бочку заполнили, теперь оставим ее замерзать. Мороз примерно минус 15 градусов. Спустя какое-то время вода в бочке замерзла. Было несколько попыток. Нашу бочку постоянно опрокидывали, то утаскивали непонятно куда. Сейчас мы попробуем вытащить лед из бочки. Для этого используем газовую горелку. Начнем прогревать, чтобы лед в бочке немного растаял. Идея с горелкой была не очень удачной, потому что нужно было очень долго греть. Тогда мы взяли зубило и молоток, и дело пошло. Таким способом все это мы прорубили минут за 10. После долгих усилий наша льдина была освобождена. С помощью горелки и металлического прута мы проделали отверстие в нашей льдине для наших зарядов. Нас ждало одно небольшое разочарование. Часть воды в льдине была не замерзшей. Возможно, будет так даже интересней. Будем тихонечко начинать. Взяли вот такой вот топ петард. Первый корсар. Давайте возьмем что-то посерьезней. Пиратка малая. Ого, есть пробитие. Не ожидал. Ну что, будем добивать дальше льдину. Возьмем вот такую вот мощную петарду Дум-Бум. Она с эффектом свечения. Посмотрим. Неплохо. Попробуем наши любимые петарды Гориллой Бум. Мы решили пробурить отверстие в этом месте. Посмотрим, разрушит ли петарда лед. Возьмем самую мощную на сегодняшний день петарду. Это примерно корсар 12. Поджигаю, надеюсь, что петарда разрушит лед. Да, лед раскололся. Классно. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на наш канал.